Иркутской области столкнулась с проблемой, что оптово-воспринимательного центра в Иркутской области нет. Есть мелкие перевалочные пункты, да, то есть новый ПВРЦ, именно который вот будет. Я не говорю, как все говорят, вот там Иркутск, Новосибирск, это хаб, то есть да, на Дальний Восток, в Китай, да. Я говорю, Китай все это купит и не заметит. Да, Китай это купит, все не заметит, да, то есть попробуйте сначала все в Китай вывести. На таможне сейчас очень много вагонов стоит, которые никак не могут пройти на китайскую границу. И вот здесь мы говорим, что есть уже определенные проекты, есть определенные наметки, да, но в плане реализации ОРЦ, да, мы сразу говорим инвестору и показываем инвестору, что вот у нас, грубо говоря, на 60% площадей ОРЦ будет уже занято теми компаниями, которые уже хотят. Он говорит, почему, да? То есть, ну, вот цифры говорят за себя, они просто все разрознено, им нужен, грубо говоря, такой хаб прямо на территории Иркутской области, который будет все это собирать. Потом, грубо говоря, ну, мое личное мнение, то есть любой инвестор, который приходит, как я и сказал, что главное это люди, и я к этому тоже склоняюсь, он скажет, а где, то есть как я буду нанимать персонал, да, то есть зачем мне его привлекать. Потому что многие сейчас, согласитесь, да, то есть многие регионы, и Алексей тоже там в своем слайде указал, да, что сейчас нехватка кадров, да, это, наверное, основная проблема, которая есть несколько специалистов, которые, ну, которые говорят, окей, хорошо, а почему, то есть, мы туда поедем и почему мы там будем развивать там, какие-то технологии или будем участвовать в этом инвестпроекте, зачем мне это надо? Ну, в любой момент. Ну и человек, который вкладывает деньги, говорит, ну завод я построю, да, сбыт у меня есть. Допустим, я решил этот вопрос, да, мне не понять, кто там будет работать. Через 6-16 лет. Да. Кто у меня будет работать? Да. Да. Ну и вот здесь просто в том плане, что Иркутская область в этом плане стремится и развивается, и образование увеличивает тоже в этом плане. Ну, то есть общее состояние как бы души, да, то есть оно должно быть приятное. Было бы еще здорово, извиняюсь, если бы процент, вот 82, это был из числа тех, кто отучился в школьной и высшей школе, стремился попасть в бизнес в качестве рабочих должностей, на производство в частности, да? Это было бы вообще шикарно. Ну, хорошо, я это сделаю. Следующий моей презентации. Да, следующая презентация. И процент, говорит, этот оставлю, 82. Любой вопрос, я на самом деле, все вещи и рассказы, да, я сделал немножко все вещи, да, и говорит, сколько у вас средняя заработная плата в регионе, да, то есть мы говорим, что вот 42 тысячи рублей заработная плата в регионе, инвестор уже начинает все в голове считать, короче, так, нам там, в Новосибирской области там прикидывал, у меня получается вот столько, да, то есть в Иркутской вот столько, там в Амурской вот столько, ладно, подумаю, где мне выгоднее уходить, да, ну, то есть цена денег, то есть она тоже инвестором считается очень хорошо. Здесь по жилью, то есть, чтобы было понимание, как развивается жилье в Новосибирске, там не меньше, в других областях оно тоже, но людям тоже где-то надо жить. Самый вопрос момент и еще рисовок по проектам, да, то есть сколько стоят там основные потребления для региона, да? Да. Ну, у нас, ну, электричество, как бы, я бы не сказал, что оно самое дешевое, да? Я бы сказал, что у нас самое доступное. А графики подтверждают, самое дешевое нет. Нет, не самое дешевое. Вся криптовалюта у вас. Забудьте эти парки. Развивайте криптовалюту. Нет, ну я про криптовалюту сейчас могу много чего сказать. У нас есть своя ферма, как бы там она работает, да? Да, я правда другой что-то могу сказать, да? Потому что, чтобы вы четко все понимали, да, то есть. Это очень узкий инвестор, не всем регионам подходящий. Есть, как бы, чтобы, если здесь есть энергетики, они меня поймут, да. То есть стоимость за киловатт для населения там все понятно, там 11, а фермы туда на частное ты не посадишь, потому что сейчас уже ребята наши. Все классно, они там высчитывают, видят колебания, все, тебя там в течение буквально двух недель закроют и там бесполезно ты ничего не сделаешь, да? Для юридических лиц, вот когда стоимость звучит, там у нас, допустим, от 2 рублей, да, то есть есть одноточечный тариф, есть двухточечный тариф, да? Одноточечный тариф, он в себя включает все. Это, грубо говоря, стоимость электроэнергии, стоимость доставки этой электроэнергии. То есть у тебя нету никакого голубника, ты
в розетку воткнул, и все, наслаждаешься, да. И это был точечный, где там, грубо говоря, ты в принципе можешь, у нас в Иркутске можно там на торгах можно за рубль 50 купить электричество за киловатт. Ну только, грубо говоря, весь вот этот, скажем так, чтобы электричество доставить себе к точке потребления, да, с подстанции, да, приходи с лэпом, да, 110-кой ставь. Ты возьмешь это на себя. В плане этого, да, электричество в Иркутской области очень дешевое, потому что у нас стоит ряд каскад гидроэлектростанций, которые, вот если взять по той вырабатываемой электроэнергии, которую не вырабатывают, Иркутская область потребляет где-то 15-20% от тех потреблений, все остальное уходит в экспорт в другие регионы, в другие страны, и пока еще вот прорабатывается вопрос по хранению. Да? Рядом с ГЭСом промпарк построить нельзя, охранные зоны, я так понимаю. Там есть жилищный завод, раньше был рядом с ГЭС, сейчас там он сейчас обанкротился. Есть Браунфилд, кстати. Да, и вот там сейчас ребята решают, что с ним делать, может быть, что-то придумать сделать. Все, теперь как бы, то есть мы отошли до всех вещей. Я просто презентация на сайте будет размещена, то есть у нас существует ТСРы, все льготы там, они стандартные, все как то все есть. Я про ТСР потом дам комментарий. Да, никто не мешает его развития. Количество там резидентов в ТСРах, объем инвестиций, количество рабочих мест в этом ключе, да. Территория особая экономическая зона, тоже не будут сильно останавливаться, да, 9 резидентов, основные годы инвесторам, для которых там не будут останавливаться, да, тоже существуют региональные проекты. Большой слайд, тоже не останавливайтесь. Да. Ну и в Иркутской области особенно максимальная реализация проекта, которая осваивает Сибирь, да. Тоже достойно завершения для, да, выступления. Это тоже региональная база, да, как таковая есть. Ну и все. Спасибо большое. Нет, спасибо большое. И как бы дополнение тоже нет. Если вопросы есть, как бы кратко. Да, я все-таки мы немножечко выбьемся из регламента, я вот так вот вижу, да. И у нас будет обед, я так понимаю. И, пожалуйста, запоминайте всех спикеров и пытайте их в перерыве. Мы из Иркутска перелетаем в Ленинградскую область. Слово для короткого комментария и просьба поделиться опытом Сергею Азизову, напоминаю, промышленный парк Левобережный. Сейчас все будет легко. Презентация просто мультик. Спасибо вам. Я знал, что найдется ценитель. Парк составит 189 гектаров, из которых 129 гектаров отведено под будущие промышленные работы. В настоящее время площадка обеспечена электроэнергией в количестве 47 мегаватт, водой с возможностью подачи до 700 кубометров в час, а очистными сооружениями с производительностью более 17 тысяч кубометров. При необходимости электрическая мощность может быть увеличена до 143 мегаватт, а пропускная способность очистных сооружений покроет потребности любых видов производства, так как управляющей компанией разработана инвестиционная программа реконструкции системы водоснабжения и водоотведения. На площадку могут быть поданы пар и газ. При необходимости могут быть использованы судоходные возможности реки Волга, а существующие железнодорожные пути подведены к любому объекту на площадке. Связь и интернет обеспечивает компания «Ростелеком». Тарифную политику всех услуг на площадке регулирует Комитет по тарифам Ленинградской области, что является дополнительной гарантией защиты потребителей от неоправданного роста цен со стороны управляющей компании. Важным преимуществом проекта является то, что на территории парка Левобережный могут разместиться предприятия с классом опасности производства с 5 по 1. Площадка удалена от города на 2,5 километра, что делает экологическое воздействие на город минимальным. По энергообеспеченности, промпригодности и логистическим возможностям площадка бывшего биохимзавода, по мнению областного руководства, входит в первую тройку территорий, наиболее привлекательных для промышленного развития. Стратегическое положение площадки очень выгодно. Пропускная способность обслуживающей площадку станции позволяет полностью закрыть все потребности в доставке железнодорожных грузов.
Автомобильные трассы позволяют осуществлять поставки продукции в Петербург, Москву, Ленинградскую, Мурманскую, Вологодскую, Тверскую и Новгородскую области. В планах управляющей компании привлечение к 2022 году инвесторов с суммарным объемом инвестиций не менее 100 миллионов евро. Респект создателям. Сергей, у меня маленький вопрос. Да? Про левую трубу мне все понятно. То холодная, то горячая. Черная, белая там вода. А по газовой трубе что же золото-коричневый со станции идет? Это шутка была. Просто прошу. Не обращал. Ну, если позволите, коллеги, буквально две минуты. Мы частный индустриальный парк. Мы исключительно про бизнес. Все, что говорили коллеги от государства, это безусловно полезно, и мы этим по мере сил, по мере возможности пользуемся. Но в целом мы ориентируемся на инвестора частного, и в этой анимации мы собрали все, как нам кажется, важное для него. Ну что важное? Мне кажется, важно для инвестора, когда он покупает землю, заранее знать, сколько будет стоить все, что есть на площадке. Соответственно, те компетенции, которыми обладает наша управляющая компания, дают нам возможность выдать технические условия на технологическое присоединение к электросетям. Мы обладаем статусом сетевой организации территориальной. Мы обладаем статусом коммунального предприятия, мы можем выдать технические условия на подключение к воде и водоотведению, соответственно. Мы железнодорожники, соответственно, мы показываем тариф. И это все он может до покупки земли, либо ее аренды, положить в свою финансовую модель. И посмотреть, собственно говоря, что будет стоить жизнь на этой площадке. Все тарифы, если вы обратили внимание, регулируемые, то есть они регулируются тарифным комитетом, соответственно, понятная, прозрачная схема их формирования. И здесь роль государства, как это ни удивительно, положительная, полезная. Вот. И, собственно, инвестор может всегда оспорить, понять, как формируется тариф. И нам это очень удобно, поскольку для него никаких чудес не обнаруживается, когда он вчера купил землю, а завтра обнаружил, что за проезд надо платить или за электричество нужно доплачивать управляющей компании. Ничего этого нет. Неприятных сюрпризов нет. Неприятных сюрпризов нет, и мы на этом стоим, то есть на доверии. Все подключения, которые осуществляются на площадке к инфраструктуре, практически бесплатны. То есть мы присоединяем к сетям, ко всем сетям, собственно говоря, за стоимость выполнения технических условий. Грубо говоря, сколько вам нужно купить кабеля, это и есть стоимость технологического присоединения. Сколько нужно положить трубы или положить рельсов для того, чтобы вы примкнули к нашей сети железнодорожной, например. Да. И тем не менее, очередь нам не стоит. Поэтому закончить хочу свою речь тем, что мы живем, движемся, и надежды юношей питают. Я вижу очень много молодых лиц в зале. Значит, я хочу закончить тем, что все, что сейчас происходит, в сущности, это не развитие. Это застой. Инвесторов мало. Если они будут, они обязательно будут. Совершенно не важно, на каком автомобиле вы его будете встречать. Можно на велосипеде. Он приедет. Обязательно. Да, да. Он приедет на раме. Понимаете, если здесь будет маржа и гарантия ведения бизнеса. Все. Я эти времена застал. Начало 2000-х, первого десятилетия, когда раз в две недели в моем кабинете появлялся поляк, голландец, чех, бельгиец, и все хотели что-то продать, что-то купить, и все росло и двигалось на там, рост рынка, ну, в разных сегментах, был до 20% в год.
Поэтому сегодня я заметил, что, конечно, анализировать все надо, и госструктурам, в принципе, за это деньги платят, видимо, но вы не перебарщиваете. В те времена... В халяве? Нет-нет, в глубине анализа. Да, просто в те времена, когда приходил инвестор, ему говорили, мы тебя подключим и пустим, но ты нам построй дорогу, там, стадион, не знаю что. Вот так. Сейчас обратная ситуация. Мы тебе построим стадион. Мы тебе построим все на свете, да. И вот мы всем залом тут ищем того одного инвестора, который где-то бродит по нашему такому чему. Не там ищем, может быть. Это совершенно правильно. Я про консерваторию. Там надо кое-что подправить. То есть надо, чтобы инвест-климат вернулся, чтобы появились гарантии, чтобы рынки начали расти. И тогда все будет хорошо. Не так все сложно. Отлично. Они придут, они найдут нас. И мы к этому готовы. Спасибо большое. Большое спасибо, Сергей. Все, вы аплодисменты. Мучитесь. Самого. Тогда еще добавляю. Работаю при третьем Министерстве экономики, имею право делать исторические выводы. Слово предоставляю. А можно маленький комментарий? Я посмотрю, вот по сути место красиво, а может быть ее наоборот в зону отдыха вам ее превратить по старика. Это вы за обедом и сразу. Там напротив Кировская ГРЭС и огромный Сургутнефтегаз. Кириши нефтеоксидез. Там тяжелые металлы, все в порядке. А что это резидентов на территории? Вот я покажу вам. Вот самый крупный резидент, это турецкий завод Ружам Стеклотара Холдинг. Собственно, он на 80% потребляет наши услуги. Есть завод деревопропитки и мелкие резиденты. Вот эти черные штуки, вот, что вы видите, да? Вот это. Это 20 гектаров, которые сейчас у нас арендуют, но вот повезло. Великие строители Северного потока 2. Трубопровод. Да, трубопровод. Соответственно, газовики, стройпроект сервис, это логистический оператор Газпрома и Краснодар Газстрой. Совершенно такие тяжелые компании. Вот. Но тем не менее, какие-то деньги мы зарабатываем. Вообще из 189 гектаров 69 продано. Но живых где-то там, где идет работа, то есть не со спекулятивными целями, где-то 30. Но тем не менее мы выживаем, и выживаем в большой степени за счет госрегулирования по электрике. Вот. У нас большая подстанция, и привлекаем всех, кого возможно, включая даже микропредприятия. Сергей, я думаю, возможно... Да, стоимость земли 7 миллионов, и мы ее декларируем на сайте, мы не торгуемся просто. Это при том, что возле Санкт-Петербурга земля достигает 40 миллионов за гектар. Придерживайтесь заявленной декларации. Да. И я просто хочу сказать, что если... Последнее, Сереж, что скажу. Если вы находитесь вне мегаполиса, то есть километров 150-200, ваша земля вообще никого не интересует. То есть конкурировать стоимостью земли бессмысленно. Россия самая большая страна в мире. Земли – во. Поэтому никто из тех, кто приходил, даже включая вот иностранные компании, вообще никогда не обсуждалось. 7 миллионов или 8 миллионов. Ну, то есть это ни о чем. Это не тот случай. Самое большое, что ценится, как, по моему мнению, конечно, инвесторам, это, собственно говоря, доверие. То есть, если вы выполняете то, что пообещали, если вы не обманываете, вот это, собственно, и работает. Стоит ваша земля 7 миллионов или стоит она 3 миллиона, это... Ну, вы явно не прооружены. Потому что они у нас также в области, и с нас выжимают все, что можно. Я там даже был единственным русским, ну, условно, директором. Коллега, прозвучала главная фраза о важности доверия. Спасибо большое. Да, это очень важно, да? На самом деле. Самое важное, как мне кажется. Слово агентству инвестиционного развития Свердловской области. Михаил Васильев, вашему вниманию, поделитесь, пожалуйста, с нами опытом по... Да, фактором выбора инвесторами. Ну, слушайте, тут вот много уже всего было сказано. Ну, со многим можно согласиться, практически со всем.
Единственное, меня вот зацепила такая история. У нас в этом году область отмечает 85 лет, и, а еще мы отметили в этом году всплеск интереса инвесторов к различным мерам господдержки. То есть, если раньше считалось, что это какая-то terra incognita, где из тебя высосут все соки, то сейчас, ну, то есть, ты отдашь по факту больше, чем получишь. То сейчас отношение немножко меняется, по крайней мере, там, в мозгах у людей, они начинают этим активно интересоваться. Но самое забавное происходит потом. То есть, как только начинаешь вникать во все детали, интерес как-то резко вянет. Это касается как различных, ну, я не говорю про льготные займы, потому что 90% проектов, которые приходят и говорят, дайте денег, это, ну, не наша целевая аудитория, это не целевая аудитория Дениса, это не целевая аудитория там, никого из коллег. Не совсем инвесторов, скажем так. Стартапы, да, МПЦ, там, какие-то фонды поддержки, микрозаймы и прочее. А полноценные инвесторы, они интересуются как раз таки территориальными преференциями, налоговыми преференциями, вот это вот все. И что мы здесь имеем? У нас регион, конечно, там не впереди планеты всей, но у нас есть ТСР, как, наверное, у нас здесь присутствуешь. У нас их три. Иногда даже не одна. У нас их три. А сейчас еще есть полчетвертого, к концу года будет четыре. Но оно работает вот как, не так, как оно задумывалось, по факту, вот с чем уже столкнулись. Ну, не знаю, поднимите руки, у кого в регионе есть ТСР? Кто это ТСР? У кого больше, чем три ТСР? А теперь опустите руки те, у кого там прям шик-блеск, красота и все как надо работает. Ну, это понятие же относительно шик-блеск, красота. Ну, смотрите, да, давайте я поясню, о чем идет речь. То есть, я не говорю про там дальневосточную историю. Она вообще отношение к моногородам имеет. Да, я говорю больше про моногорода. То есть, идея была какая? Вот низкие там страховые взносы должны привлечь человекоемкие производства. Знаете, как говорят, льготы ТСР по страховым взносам позволяет платить зарплату в белую и не сильно напрягаться. Вот формула как бы такая. Да, поскольку действуют они три года, плюс там время на построиться, это зарплату, то, что ты заплатишь гастарбайтеру. Извиняюсь, они действуют не три года. Те, кто входит в ТСР в первые три года, имеют максимальный набор преференций. На те, кто входит на время действия всего ТСР, допустим, 10 лет максимум, от 7 до 10 лет. А те, кто входит на четвертый год, они имеют только три года, а страховых взносов уже не имеют. Но, тем не менее, глобально получается, что ТСР задуман для того, чтобы диверсифицировать экономику, да. Но по факту это вот не везде происходит. У нас в регионе, например, это происходит очень медленными темпами. На Дальнем Востоке тоже. Ну, я думаю, еще более стране примерно одинаковая ситуация. Да. То есть там история какая? У нас те инвесторы, которым это действительно